В Новосибирске начали подготовку к гражданской инициативе «Бессмертный полк». В этом году в колонии с портретами организаторы ждут тысячи людей. Тему продолжит Екатерина Широкова. В Новосибирске шествие «Бессмертный полк» состоится в шестой раз. В прошлом году почтить память погибших в Великой Отечественной войне вышли больше 200 тысяч человек. В этом родные и близкие выйдут с портретами не только солдат, но и тружеников тыла. И это огромное количество людей. Просим, чтобы люди приходили с портретами. Для идеи «Бессмертного полка» важно понимание идеи и не количество участников, а сама память. По словам организаторов, портрет на шествии не обязателен. Можно прийти с фотографией. Однако с появлением акции в типографиях Новосибирска освоили новое направление. Начали печатать штендеры. Когда только акция эта появилась, конечно, количество было там, исчислялось там тысячами, там, даже больше. Наверное. Сейчас, конечно, потому что человек сделает один раз, и это все остается у него. Поэтому сейчас количество, конечно, меньше, где-то, я не знаю, на сегодняшний день там 600, может быть, 700 даже, может, чуть больше. Но все равно, то есть люди вливаются, присоединяются к этой акции. Кто-то мастерит штендеры самостоятельно, кто-то заказывает. Каждый портрет – это кропотливая работа. Каждый штендер собирают вручную. Раньше рамки делали из дерева, теперь делают из пластика. Он гораздо легче, и фотографию не повредит дождь. Да и к тому же после хода «Бессмертного полка» портрет можно снять и повесить дома на стене. Колонна «Бессмертного полка» двинется 9 мая следом за военным парадом в 10 часов утра. Шествие начнется от Октябрьской магистрали 3. Все желающие смогут присоединиться на площади Ленина. Екатерина Широкова, Андрей Дулепов. Новости ОТС.